Что? Кто-то плачет?
Ой-ё. Было больно. Попался? Кто ты и что ты здесь делаешь? Отвечай! Снимай повязку. Дальше дойдешь сам. И да, еще раз повторюсь, не ищи нас больше. Эх, женщины. Знал бы, что так обернется, черта с два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, они здесь, я не этой проклятой. Ну что, есть что-то новое? Ну, и что теперь? Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием. За собой тут следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалия. Достало. Как меня все достало. Самые ленивые — это военные. Сталкер.
сталкеров на самом кордоне града. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Это не прав. Самые ленивые — это торговцы. Встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Пить как охота. Эх, квасом сейчас холодного. Да чтобы не мал шабан. Да-да, я слушаю. Все, завязывай. Я тут вспомнил вот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего считают, и нет. На каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Класс! Если так и дальше пойдет, в гробу я видел наш хваленый клондайк. Учтена каждая мелочь. Советую всем срочно подыскать укрытие.
выброс, слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Ну и дела. Пришли. Кажется, в туннеле было какое-то свечение. Решили осмотреть. Оказалось, что там какая-то аномальная зона и свежие косточки. Будто только-только новый скелет появился. Так а у него в руках вот артефакт. Яркий такой, завораживающий. Просто до жути. А красивый какой. В общем, решили взять его и пойти дальше сканировать аномалии. Что-то засмотрелись мы на этот артефакт.
Глаз оторвать не можем. Ну, просто прекрасный артефакт. И спать. Спать нам всем очень захотелось. Пожалуй, тут безопасно. Поспим немного. Что может случиться? Что тут произошло? Вот же, блин. Говорила мне, не смотри на этот артефакт. Черт. Уснул. Бред какой-то. Ну как так-то? Черт. Я, дурак, тоже смотрел на него. Спать захотелось. Посплю немного. Главное, не расслабляться. Смотрю, сталкер, блядь, смотрит на артефакт и спать ложится. Не, ну думаю, ну совсем ёбнутый. Ну я давай за ним. И тоже как-то придремнуть захотелось. В общем, посплю.
Слышишь? Спрячь оружие. Понял вас. Один сталкер говорит другому. А я второй. Да что ты топчешь? Ну как же? Клоун, резинь, аномалии, мутанты. А я гляжу на карту и думаю, господи, хорошо так. Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Вот очочки поправил, и ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер, так это, я когда раньше таблетки лыжу выкидывал, они по-моему. А, подходите. Черт, да мы даже в бой не вступили. А колбасу и батоны нынче хреновые делать. Учтена каждая мелочь. Да чё ты топ? Пить как охота. Эх, квасу б сейчас. Вот такое, знаешь кто? Да чтобы в нос шип. Ну ты выдал.